что они предлагают. Получается 6 линий. В Румынии люди в палатке живут прямо на автобане. Пчелы полезли, вот не могу понять, откуда они. Итак, поездка заняла у меня 4 часа. Георг живет, как бы получается, в пригороде Бремена, а тут живет Хермаха. Наши стоят. Наш Женин еще один должен тоже привезти. Всем привет! Время 5:30 утра. Поехали в Бремен, Георгий, за материалом карники. У меня вот реально все залилось с утра, сверху донизу. Вот, вчера мы с ним созвонились, я подтвердил свое желание приехать. Вот сейчас я уезжаю, ехать мне 3,5 часа. Надеюсь, мы получим только лучшее. Итак, проехал я Ганновер, еще мне где-то 100 с небольшим километром. Остановился, пчелы полезли. Вот не могу понять, откуда они лезут. А, шайзе. Дырка, вот она. Я вчера тупо корпус натянул. Хреново. Все, так вот заткнул. Сколько вылезло, офигеть, блин. Я-то еду, смотрю, вроде как мало вылезло, нифига куча вылезло. Вот, ребята, европейская современность. Это с Румынии люди в палатке живут прямо на автобане с чемоданами. Так вот все выглядит. Посмотрела меня, думает, наверное, нафига я снимаю. Вот такая Европа. В Европе кому-то хорошо, кому-то просто пипец. Люди существуют. Тут живет Хермаха. Обычно он находится сзади дома, метить трудней в это время. Итак, поездка заняла у меня 4 часа примерно. Выехал 20 минут 6 и приехал 20 минут 10. А господина Махи нет в данный момент дома. Видимо, он поехал забрать для меня материал. Приготовить, так сказать. Ожидаю. Сейчас ему позвоню на сотовый, узнаю, где он. Был у меня поролон с собой. Под крышу, главное, его положил, ремнем затянул. Думал, не все пчелы свалили, лишь бы обсиживали чуть-чуть. Ползают, ползают. Куда они денутся? Георг еще даст пчелы. На рамке, блин, и под дно вон сколько там выползло, уже улетели. Ну ничего страшного, все не слетело. Георг живет, как бы получается, в пригороде Бремена. Вообще, как бы в Германии все города очень зеленые, очень много липы растет. Вот в городе тут вот я не знаю, что за деревья, дубы вроде как это. Вот липы вот с этой стороны, нет, тоже дубы. И вот у него, если нормально все, нуклеусом все хватает прямо в городе. Корма, если в сезон попали. Вот такой вот город этот, Шваненвеб, в пригороде Бремена. Тут центр от него буквально, наверное, в 3 минутах ходьбы. Вот так вот выглядит все. Чистота идеальная. Кстати, вот по Германии вот женщина метет, да, вот видно. У каждого человека тротуар, то есть вот по границе дома он должен мести свой тротуар, обязан. Если он не будет мести, за него это будет делать город, но надо будет платить городу денежку за то, что он обслуживает тротуар. Fünf штук, а? Sechs. Sechs, оу, sechs. Und noch eine Sache. Guck mal, hier ist eine Klinik schon beschriftet. Hast du das gesehen? Du werde ich dir die zeigen, aber ich habe die gesehen. Gut, komm, jetzt mal hier liegen und aufmachen. Du kannst da zeigen. Ja. В общем, тут лежит разделительная решетка, вот ниже дна, чтобы труть не мог свободно ходить под рамками и не повреждать себя, чтобы он был gesund, muss gesund sein, unfit, ja? Ja, habe ich schon. Hast du Bild? Ja, ja, habe ich. Взял я 6 рамок расплода, ехать мне до дома 347 километров. Время 10:31, посмотрим, как мы доедем. Ну а что, рассказывай, Андрей. Рассказывай, Гирет работает? Гирет работает? Или только протер его пыль? Понятно.
Так, в общем, находимся мы в Кирхане на прививке. Андрея тут я встретил, вот лист, что они предлагают. Получается 6 линий. Вот такой вот листик. Мы берем первые 3. Вот такая комната. Тут обучающее помещение. Да, тут же они обучают, я был тут. Мы видим разные типы ульев по сторонам. Вот, в общем, всякие улья, которые бывают. Кормушки. В общем, вот такие вот улья тут. Тут мы видим гнезда. Появился нуклеус своих Кирхана, искусственное осеменение, а так вот во дворе все выглядит. Почему я раздую маток? Вот этом улей 3 серии стоит. 13, 20, 25 дано. Вот этим маткам уже 6 дней. Тут карника, сегодня я ее отправлю, она как в местное общество пчеловодов я ее отдал. Вон слышно, как они поют, эти матки. Не успеваю физически заселять. Плюс нуклеус для других дел нужны. Поэтому раздариваем маток. Лучше пусть кто-то воспользуется, чем они тупо пропадут. Все медом залит. Это карника. У великих пчеловодов карника гибнет. А у нас почему-то не гибнет. Дивлюсь я сам. В общем, мы стояли в рапсе тут. Поле будем стоять тут до осени. Потому что лес, луга небольшие. В общем, посмотрим. Это будет стационар, с Бауром договорено. Сейчас рапс вот откачаем и посмотрим, что дальше делать. Вот такие вот рамочки. Сейчас попытаюсь вытащить, не знаю. В общем, снял я корпус, идем ниже. Тут у меня подписано, что где, это карника. Вот нам надо закрывать. Сейчас посмотрим, что тут. Так вот выглядит. Тут вот приготовили маточек мы. Сегодня в ночь они поедут в Голландию, нуклеусы. На облет. Все стоит на стеллажах. Сегодня уедет в Голландию. И следом мы приготовили еще одну партию. Она поедет на Лаутенталь. На узкий литок вот открыли, чтобы матки не выходили. Вчера ночью выставили, вот они сегодня облетаются. Вечером погрузка и отправка. Итак, находимся мы в Голландии. У травокуров. Привезли нуклеус вот. Поедут на Амиланд. Прибей ему сюда на афишу тот. Это он же сказал в ящик почтовый сбросить. Ну да, я его в почтовый ящик сейчас иду. В общем, вся Голландия в каналах. Какие-то гуси летают, утки летают, цапли. Такие вот домики маленькие, аккуратные, в Голландии построены. Вот такая вот улица. Вот пчеловодческий дом. Афиша, то что денежки. Ой, денежки, мед продает. Адрес правильный? У кого? Адрес правильный? А, выгрузились это?
Я не знаю, слушай. Кто-нибудь утром не обрадуется? Может, слушай, тут двухквартирный дом. А в общем, деньги и ветеринарное свидетельство сбросили в почтовый ящик, а Толик сейчас говорит, правильный адрес, неправильный. А то, может, соседу сбросили, сосед обрадуется. 1000 евро свалилось, а. А что, Толик, прикинь, ты проснулся, у тебя бах в почтовом ящике, штука. Да. Мне интересно, у него это все влезет и размер. То есть вот ко мне твои не влезут, так как я свои грузил. Потому что у меня вообще притык-притык получается. А у нас машина большая, мы насчет этого не думаем. А у него я не знаю. Но... Эпидейки, да, тоже кто-то привез? Да, это эпидейки. А вон дальше еще стоят. Вот это все люди привозят, чтобы отправка была. Так, ну вот, наш Женин еще один должен тоже привезти, бля. То есть это первый партнер, встреча. Я уже тебя...